Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами бездонатные аккаунты, которые я все собираюсь качаться, значит, качать, и я не успеваю, у меня просто тупо не хватает времени, потому что я после работы приезжаю, пишу вам информативные видосы по прокачкам, и у меня, как обычно, не хватает времени, но я постараюсь собраться и начать прокачки. В общем, полазим сегодня такой видос, раз вы поняли дальше, что полазим по серверам, посмотрим, что же где есть. И напишите в комментах, какие рубрики вам интересно будет смотреть на бездонатных аккаунтах. Прокачка героев, там рассказывать, объяснять, как их прокачать, сравнивать с донатными героями, прокачанными уже на максимум. Прохождение локаций, там, не знаю, то есть вариаций очень много, у нас есть три таких сервера, на которых я играю, это Тайвань, это русский сервер, где наша сарделька, и немецкий вот здесь. И сейчас вы увидите полный писус. Почему писус? Вы сейчас это увидите. Конечно, надо дофигища итемов, чтобы это словить, но вы сейчас офигеете с того, что я сам увидел. Конечно, я сам обалдел. Так, это нам дают плюшки. В общем, открылся здесь смотритель. Опа! Имба сразу же. Так, делаем вот так. Шестой день. Ой-ой-ой-ой-ой, потратили кровных 50. Как же дальше быть? Так, ладно, не будем пропускать. Надо себе какой-то будильник, я не знаю, чтобы не пропускать эти дни. Ставьте лайки, кто точно так же втыкает. Я думаю, процентов 90 втыкает. Не успевает это сделать. Так. Ой, это надо брать. Как видите, 2... Не, каких-то 200к у нас. Хотел сказать 2. 2 ляма размечтался. О! Делаем, ребятушки, делаем шок-трэш-контент. На каждом сервере у нас есть возможность там по 2 коробки. Сейчас протестируем, какой же сервер будет самым крутым в плане давалки талантов. Ну, английский сервер, я думаю, вне конкуренции. Так, окей. Что тут у нас? Это за вход плюшки. Надо не пропускать, не забывать. Надо их забирать. Давайте сейчас тоже заберем, потому что я много дней на некоторых серверах пропустил. И пойдем трешивать. Я вам покажу сейчас акции. Вот так вот в очках сегодня мы будем бегать. Карма Стейн. В общем, поехали. Смотрите внимательно, ребятушки. Конечно, акции здесь, как обычно, донатные, такие же, как и на Тайване. То есть на Тайване то же самое. То есть для доната 150% скидка. И это обалденный пак, я вам скажу. 450 за 10 баксов. Да, это оно того стоит. Ангебот Дестагес. Это дополнительные какие-то бонусы. Короче, обалденнейшие тоже паки, как по мне. Реально, блин, за 50 18 коробок, плюс для прокачки 1500 хватит, чтобы алтарь прокачать, там 24 надо на героя, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, окей, с этим разобрались, поехали сюда, и сейчас вы увидите топового. Так, все, спалил вам его. Ладно, покажу, сейчас я вам покажу, давайте уже так все пролазим. Топовый коллекционер героев. Посмотрите, за 3 шамана вы получаете кучу запашек. С Валена получаете скин. Скин плюс 30к кулаков плюс карта, я считаю, тоже очень обалденно. Но вот это вот 45, и вы гарантированно получаете космо, 7 коробок. Я не знаю, правда, как падают тут эти слизни. Напишите в комментах, кто играет, кто хотя бы приблизительно за сколько можно собрать, потому что я никогда не накоплю самоцветы, я могу только задонить и потратить, проверить. А вот мне интересно за накопленные самы, как часто падают. 50к, допустим, вот если сравнивать то, что мы собираем 15 слизней. О, ничего себе! Нифига себе, это просто жир. Надо не забыть забрать. То есть такой вот трэш, ребят. Можно нормально здесь получить плюхи. Поехали, откроем эти коробки. У нас уже здесь есть мега-имба-герои. Давайте хотя бы одну откроем, посмотрим, что там у нас упадет. Ну, бум,
Бех. Делаем мегабочку. Бум. Для прокачки, для слива нормально пойдет. Это оставим. В общем, бех и просвет. Ну, я считаю, в принципе, нормально. Нормально. Поехали дальше. Русский сервер, ребятушки. Русский сервер. Только не тот немножко аккаунт. Тут мы можем очень много и долго ролить. Не дали, к счастью или к сожалению, нам никаких новых плюшек. В честь там писали 13-я годовщина. Короче, ничего нам не дали. Рынок на русском, как обычно, отстойный в такие дни. Ну, я не вижу тут ничего хорошего. Собрать, получить. Давайте заберем плюшки. В любом случае, это все надо забирать. Видите, тут у нас пока только пятый день. О, ничего себе, сумка Огнекрыла. Вот это я удачно зашел. Сейчас мы наловим, ребят. Так, что у меня тут? Ой, тут у меня есть на кучу коробок. Сейчас, короче, будет топ-контент. Блин, 4 штуки всего лишь откроем, но здесь героев уже хватает. А, так, окей. Я бы ударил за 450, но жалко. Жалко, надо накопить. Я все коплю, сами кину 1000. Я думаю, тоже из вас большинство точно так же их копит, как и я. Так, окей, поехали. Тыковка. Блин, сейчас бы исцеление упало, это было бы нечто. Ну что? Удивишь? Называется удивишь, нифига не купили. Уже хотим, чтобы удивляли нас. Давай, рандомчик, 4 коробки. Я зажрался. Я всегда говорю, не покупайте эти дерьмовые коробки. Ой, у нас тут еще куча плюх. Сейчас мы, короче, тут натащим, ребятушки. 150 зпшек. Спасибо, это очень неплохой вариант. Оу. Отлично. Сейчас, короче, мы фрайку апнем. 150 красных. Как вариант, ну, конечно, не очень хотелось их, но и на этом спасибо. Ну, с пятой сейчас нам еще 5 сундуков. Мне 100 книг дало. Блин, класс. 200 охника. Угу, конечно. Чувствую, я соберу охника здесь когда-то. Или внуки соберут. Так, перейти. Качаю фраю на все. Плюс один, почти 9-й скилл, нифига себе, сказала я себе. Ну я по-любому ее эвану первой, это будет нечто. Так, ребята, ну пошли. Бум, милость пророка. Ну, я считаю, это зачетно. Только кому ставить? Так, стрелок, Фрейя. У меня без скина ведьма. Ведьмочка, здравствуй. Ожива. Пятая ожива. Обалденно. Так, у меня есть седна, химка. Дерево у меня ж тут, по-моему, нет. А, есть дерево. Блин, ну я дерево не буду так использовать часто, как буду использовать седну. А седну я использую очень часто на битве гильдий. Отлично. Оу майк, железка, ну это скорее всего, что пойдет сюда для подземок. Других вариантов я не вижу. Блин, круто, вот это жестко. Русский сервер дает ТУшка. Ну ТУшка уже не актуальна, ТУшку пока оставим. В общем, вот так вот. Я считаю, что здесь, конечно, ну мы здесь открыли в 2 раза больше коробок, но упали талантики просто бомбические. Ну и пошли на Тайвань. Английский сервер я вам показывать не буду. Поехали на Тайваньку. Тайванька, у меня тут уже есть 5. Я уже вытащил, пооткрывал. Плюхи раньше был.
Не помню, показывал, не показывал, зато есть паладинище у нас. Паналадинище. Так, Рониан. Тыковка. Ну, придется тыковку пока сливать. Тыкву нам в любом случае надо качать. На, тыква. Тебе бонус плюс. Имба, приди. Так. Да, имба пришла. А теперь, ребята, я вам показываю, чем Тайвань будет круче остальных серверов. А именно вот этой вот акцией. Не вот этой, не вот этой, не вот этой, а именно вот этой. Где за роллинг талантов, за карты, вы можете получить вот такие вот плюшки. У меня, к сожалению, нет. У меня пока только половина накопилась, 66. Но я соберу... И вот будет уже 85, я могу взять по-любому одну какую-то уже. Здесь бывает исцеление, вот раскол топовое. 120, вы берете два талантика, еще одну сумочку, ну и, конечно же, рунки. То есть вот этим вот этот сервер реально считается одним из самых обалденных, потому что это регулярно, это каждую неделю идет. Вам дают акцию за 300 самую возможность покупки карты смены, либо вот так вот купить. И потом вы точно так же можете ее потратить. Соответственно, выбить себе таланты и потом получить плюшки. Вот так вот. Такой вот, ребятушки, трешечок. Пишите комменты, ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Напишите, что вы хотите видеть в данной рубрике. Всем удачи, всем пока.